Соединяя берега, объединяют людей. Новосибирскому метрополитену исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие прошло на станции Площадь Гарина-Михайловского. На нем побывал Алексей Кузьмин. Запустили подземный транспорт в Новосибирске в 1985 году. Наш метрополитен занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас действует 13 станций, протяженность 16 километров. По словам директора подземки, успех предприятия – это прежде всего сплоченный коллектив. Машинисты, дежурные по станции, руководители подразделения службы метрополитена и все остальные работники. Это, наверное, самое важное наше богатство и настояние. К юбилею сделали новый состав с удобными поручнями и площадкой для инвалидов. Возле вагонов разместили выставку с хроникой строительства метрополитена и живыми декорациями. Ну, очень все красочно. Мне просто шок. У истоков метрополитена стоял мой отец. Он один из первых пришел, чтобы поднимать это детище. Но я продолжила его дело. Вот уже 18-й год. Предпочитаю на метро, оно и дешевле, и быстрее получается. Люди, которые живут достаточно далеко от метро, если к ним придет метро, то это будет просто прекрасно. Финансирование строительства продолжается. Ежедневно под землей перемещаются десятки тысяч человек. В связи с ситуацией на дорогах этот вид транспорта актуален и у автовладельцев. Помогает сэкономить время и нервы. В современном мире метрополитен играет очень важную роль. Благодаря такому составу вы можете без всяких проблем, минуя пробки, доехать к дому и успеть к праздничному новогоднему столу. Алексей Кузьмин, Алексей Погудин. Новости ОТС.